выпуске театра показал нам театр сказку про мячиков. Мне понравились эти маленькие мячики, которые по столу стучат. Мне очень понравились часы театра сегодня. Они были учеными. Конечно, уникальное событие для нашей области, для нашего города. И большое огромное спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, который курирует данное событие, потому что все-таки театр важен и подрастающему поколению в том числе. Мы уже не один год сотрудничаем с драматическим театром нашего города, и наши детки смотрят театр не реже 2-3 раз полгода, поэтому мы стараемся приучать их к красоте, к творчеству, к культуре.